Мария, да. Ну, Не, фактура красиво разная, смотрит. фактура, да, бывает просто антропометрия, она, в принципе, абсолютно индивидуальна для каждого. Давайте посмотрим вольное упражнение. Мария, предоставляю слово полностью. Так, она сделана за связку 2 темпа, 3 винта. Достаточно хорошо приземление. Рот захват. Там чуть-чуть вот свалилось, но я думаю, все-таки судья сделает палочку. Недоворот, да, был небольшой? Ну, она рано, да, ногу сбросила, нужно прям было перед носом опустить ее. Немножечко бы улыбаться. Сконцентрированы, настроены, да, и, конечно, думают немножко о другом, скорее всего, во время упражнения. Вот что нравится у них, у маленьких девочек очень стабильный нижний поворот. Это вот на одной ноге, которую, да, 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 вот они нижняя, сейчас они показали. Немножко. Двойное сальто. Он шпагат был. Хорошо. Вот улыбочка была, видели? Проскочила, да. Но здесь уже такая более простая часть комбинации. Можно, да, действительно улыбнуться. Еще одна акробатическая связка. Хорошо. Два угла. Умница.